Словарный запас обычного человека составляет 2000 слов. Для того, чтобы вычислить словарный запас культуриста, нужно к этой цифре прибавить слово «подстрахуй» и отнять 2000. Про вчерашнюю разборку слышал? Нет! Расскажи! Вчера была разборка. Да, теперь слышал. Ты прикинь? Вчера один пацанчик в магазин за хлебом пошел, и его машина забрызгала. Ты прикинь, просто в магазин шел. Колян! А мне вчера сон страшный приснился. Будто бы сидим мы в качалке, и тут зырим, бац, а гантелей по 25 нет. Но мы их бегаем, ищем, зовем, а их нет. И тут свет такой неземной, и Шварц появился. Мы говорим: Шварц, мы не можем найти наши гантели по 25. Что нам делать, Шварц? А он говорит: качайте по 30. Ты хорош качаться, глючит уже. Метнулись отсюда.